Вот и все. Последний агрегат включен, дал ток. Это произошло 25 декабря 1985 года в 14 часов 29 минут. На митинге, посвященном этому событию, собрались в последний раз вместе люди, судьбой которых стала эта стройка. Судьба моя и судьба гидростанции — это одно и то же, потому что я работал на гидростанции, и она меня растила. Собственно, я вырос на гидростанции. Для героя социалистического труда, кандидатов в члены ЦК КПСС, бригадира монтажников Вячеслава Сергеевича Демиденко, как и для большинства гидростроителей, эта плотина стала частью жизни. И какой частью? Почти два десятка лет. Даже если кому и не придется больше строить гидростанции, можно гордиться и внукам рассказывать. Саяно-Шушенская ГЭС долго будет оставаться самой крупной в стране. Плотина многому научила. Река показала, что не прощает ошибок. Это кадры паводка 1979 года, когда вся стройка была поднята по тревоге. Приток воды составлял тогда почти 7000 кубометров в секунду. Тройка испытывала на зрелость, называла лучшие коллективы. Такие, например, как бригады плотников-бетонщиков Михаила Полторана, Валерия Позднякова, Анатолия Решетникова. Ну, события в строительстве на Эльбое важные. Это были перекрытия, пуск первых агрегатов, пуск второго, третьего, четвертого, все события, они в основном важные, да? И вот сейчас вот пуск 10-го агрегата, это же важный пуск, праздник наш. Все события важны для нас. Но мы еще, наверное, что-нибудь хотим построить. Одну какую-то гидростанцию, может, на Катунь поедем построить. Ну, куда нас пригласят, короче говоря. Постараемся еще построить. Никогда не забудутся торжественные минуты, когда запускали первый гидроагрегат. Это произошло 19 декабря. Первая саянская электроэнергия влилась в красноярскую энергосистему. Вместе с гидростроителями большую победу творческого содружества праздновали 28 предприятий Ленинграда.
космонавт Георгий Тимофеевич Береговой в день перекрытия реки в Карловском створе сказал: «Покорение Енисея сродни покорению космоса». Если в этих словах и есть преувеличение, то совсем незначительно. Почти 20 лет ждали этой минуты. Теперь многим с трудом верится, что эта гидростанция — творение человеческих рук. Только бетона здесь было уложено 9 600 000 кубометров. Вот сейчас наступит этот момент. Волнуются все. Волнуются и главный инженер строительства Кирилл Константинович Кузьмин, и директор ГЭС Валентин Иванович Брызгалов. Все, теперь ждите. Все, ждите объявление, по-моему. Внимание, вас дали, а руки ждут. Гидроагрегат номер 10 включается в сеть. Есть ток. Есть? Сколько? 29 минут. 429. Крупнейшая в стране гидростанция вышла на проектную мощность. Вместе с маленькой спутницей Майнской ГЭС она будет ежегодно вырабатывать 25 миллиардов киловатт-часов. Стройка сформировала и много замечательных коллективов. Коллектив здесь у нас очень хороший, очень дружный коллектив. Вот, и поэтому, значит, основная его часть, она, конечно, поедет на новые стройки, потому что это для них жизнь, гидростроение. Это жизнь нашего коллектива, основных его работников. Так что мы не будем расставаться. Строителей Саяно-Шушенской ГЭС ждут новые необжитые места, новые плотины.